I can't do anything. I'm in a fucking wheelchair. Я ничего не могу, я в грёбаной инвалидной коляске. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Надо отметить, что Балди — это просто удивительная личность. Я не устану это повторять. Он уже умирал, он уже был инвалидом, он уже отстраивал себе школу, с ним чего только не происходило. На этот раз он умудряется быть одновременно в инвалидной коляске и на лодке. Потому что эта модификация — Балди заимел лодку. Заимел лодку Балди, понимаете? Вот мы можем видеть, какой он крутой, какой он просто весь на понтах, весь на флексе, но при этом он говорит, что он инвалид. Вот такое вот удивительное состояние, знаете? Вот такая вот дуальность жизни. Я не знаю, как это еще характеризовать. Такой вот парадокс. Привет, мне нужна моя... кресло, пока я буду говорить по школьной громкоговорящей системе. Собери 7 эмоджи. Так, ну, вроде бы абсолютно все стартует так же, кроме того, что везде вода. Вы видите, да, это вода, я так понимаю. Это, видимо, идея вот этой модификации, наверное, пришла нашему разработчику в тот момент, когда он увидел полную версию Балди, увидел, что там периодический уровень жидкости поднимается, и подумал, а почему бы и нет, да? Давайте, минус 9. Пока что Балди меня нахваливает, естественно, это, конечно же, ненадолго, мы все понимаем прекрасно. Да, говорит, возьми свой... Что-то новое будет говорить, нет? Что-то против школьных правил у него там. Монетки у него брать против школьных правил? А жить как, я не понимаю, без монеток-то? Без монеток-то не проживешь особо, да? Это про школьные правила немножко подвинуться, наверное. Так, ну ладно. Я становлюсь все злее, и сейчас мы увидим. Значит, он на лодке сейчас будет, или что? Он на лодке! Какой-то маленький. Балди, ты... А чё такой резкий-то? Да, слушайте, ребят, если мне вот так вот будет фартить, мы вообще тут ни одного... Балди, ты решил меня кастрировать, что ли? Я понять не могу, что такое. Ну, смотрите, впервые, наверное, вообще за всю историю всех модификаций на Балди, мы увидели какое-то изменение вот в этом вот экране смерти. Это, наверное, первый раз. Я такого давно уже не припомню. А если точнее, я не припомню такого никогда, на самом деле. Так, ну смотрите, сейчас мы должны очень быстро тут разобраться. Благо, тут всего лишь один пример из трех. Это хорошо, кстати, это хорошо. Эти два примера, они лично нахрен нужны, правильно? Один пример, и мы вот сделали этот один пример, надо убегать. Так, вот он опять грозится меня убить на своей лодочке. Так, директор! Там стоит директор. Я так понимаю, что остальные все, они никак не поменялись, наверное, да? Голубая шоколадка. Прикольно. А, я говорю, остальные, наверное, никак не поменялись, наши персонажи. Они все выглядят так же. Директор не оседлал лошадь, хулиган не оседлал мотоцикл. В конце концов, Playtime не оседлала какого-нибудь своего будущего мужа, который тоже на скакалке будет с ней прыгать. Это, никто никого не оседлал, только Балди у нас лодку оседлал, и все. Это единственное, наверное, изменение, которое тут будет. Правильно? Правильно. Так, каждая проблема, с которой ты там что-то все неправильно, и я все злее и злее, рассказывает он нам. Есть ли какая-то новая информация здесь про кого-нибудь? Балди получил гепатит С, и теперь он должен оставаться в инвалидном кресле. Они также дали ему слышательный спид, и он всегда знает, где ты. А, первый приз у нас умер. Первый приз... Отправлялся в магазин с Балди, машина врезалась. Ноги Балди были сломаны, первый приз, его жесткий диск был сломан. Rest in peace. По-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, вся эта инфа, она уже была подчеркнута из модификации про Балди инвалид. Ну, в принципе, все в этой игре абсолютно. Механика, то есть... Вот ты где, говорит, он меня увидел. Ай, он меня увидел, дружок. Так, ну подождите. Я всегда знаю, где это, говорит. Ага. Ребят, я, по-моему, в ловушке.
Я с тобой еще не закончил. Я всегда знаю, где... А он сюда может зайти? Блин, а я этого не... А ну давай... Нет! Нет! Я думал, я его обману. Опять, смотрите, ножницами. Сейчас он пригрозит мне, наверное, что-то отрезать. Ножницы Экзе. Прекрасная игра может получиться, правда? Так, ну ладно. Давайте на этот раз по-серьезному. Все, я больше не забегаю ни в какие там кабинеты директоров. Я ничего не читаю. Мы все уже прочитали. Теперь я вот сосредоточен. Я настроен серьезно. Давайте. Швабру бежать смотреть мы, наверное, не будем в чулан. Она выглядит так же. В принципе, все выглядит в этой игре так же. Ну, кроме Балди, который у нас, знаете, инвалид на понтах. Такой Балди-инвалид, который стал чиновником, наверное. И умудрился заработать совершенно честным образом себе на яхту. Конечно же, как же иначе. Давай. Блин, все одновременно прям голосят. Так, ты где, подожди, ты здесь, что ли? Он здесь. Блин, он прям здесь, ну ладно. Давай, 6, 5, 4. Опять я нахожусь в ловушке тут. Понимаете, что обидно? О, так, вот давай вот сюда. There you are. Что-то он какой-то как-то тупит. Тупит Балди. Балдюшка тупит наша. Уже увидел? Вот ты где. Ой, вот ты где. Ой, вот ты где. Как каждую 5 секунд у него там обновление идет. Ой-ой-ой. Так, тихо. Не, подождите. Подождите, я, наверное, буду бежать здесь. Я здесь, наверное, буду бежать. Так, сейчас. Воп. Воу. Ай, блин, не успел, вы представляете, там уже надо было забегать, значит, к швабре. К швабре надо было. Слушайте, ну... Так, он меня то хочет кастрировать, то хочет посадить на эту цилиндрическую... на эти цилиндрическое устройство, на эту подзорную трубу или что это. То есть, как какой-то Балди, знаете, как-то у него... Фантазия у него не в том направлении работает, я считаю. Давай, Балди, ты успокойся, не будешь так себя вести. Так, давайте берем монетку. Сейчас еще раз попробую. Вот знаете, в такого Балди играть оно как-то даже увлекательней. То есть мне как-то больше нравится вот эта концепция, когда он именно едет за тобой как First Prize. Это больше адреналина, не знаю, как сказать. Так, ну ладно. Я буду надеяться, что сейчас меня директор... Вот меня тогда директор просто остановил, и это конечно, не помогло. Да. Так, давайте вот так вот, наверное, мы... Так вот, наверное, оп. Так, шоколадочку мы пока не трогаем. Я думаю, пока мы ее поэкономим немножко. Так, давай вот слегка хотя бы. Слегка хотя бы подправь выносливость. Блин, а, кстати, есть читы? Нет, читов. Читов тут нет. Здорово, уважаемый товарищ директор. У вас тут этот инвалид на яхте. Вы ничего не хотите вообще сказать, оправдаться? Почему у вас в школе человек на яхту заработал? Вы чем тут промышляете, товарищ директор? Товарищ директор, объясните мне это, пожалуйста. Товарищ директор, я, конечно, не из налоговой, но мне интересно все равно. Так, ладно, давайте мы, наверное, туда теперь, да? Я довольно неплохо оторвался от Балди, как мне кажется. Ну-ка. Ну да, швабра такая же, да? То же самое говорю. Только громче, по-моему, нет? Чё-то, по-моему, у швабры громкость поприбавилась вот после того, как Балди инвалидом стал. Это, наверное, она так сочувствие выражает или что, я не знаю. Реально очень громко орёт. Так, ну я тут пока восстановлю. Здорово, носочек, здорово, очень рад тебя видеть. Бежим, значит. Плывем, точнее, да, мы же плывем, мы не бежим, надо понимать. Где он? Блин, а если он оттуда не выбежит, это будет очень обидно, если так. Так, тебе, говорит, нужен отдых. Ну, естественно, мы не едим шоколадку, это сейчас бессмысленно абсолютно. Вот мне нравится, подошел, нажал Enter, вообще ни о чем голова не болит, вообще ничего. Не пытаешься ничего считать, какого-то там говна, ничего такого, то есть. Подошел Enter, и нормально. Надо будет, кстати, еще монетку истратить где-нибудь, наверное. Сейчас с монеткой бегу. Блин, он! Давай, ну нет, да! Ладно, ребят, я понял, короче. Вот такая вот эта модификация, ну, в принципе... Опять мне пытаются что-то отрезать. В принципе, я не думаю, что есть смысл ее задрачивать до конца, потому что я знаю, как заканчиваются модификации на Балди. Там просто ты все делаешь, что надо, потом написано как бы the end, конец, и на этом как бы, ну, все. Хотя если вдруг каким-то чудом на этом видео будет колоссальное количество просмотров, я, конечно, еще видео запишу и завершу, но в любом случае... По идее, наверное, этого делать смысла нет. В общем, посмотрим, ничего загадывать не буду. На этом мы заканчиваем. Я думаю, вот я вам показал, что бывает и такое. Бывают, знаете, и
инвалиды, учителя средней школы, который умудряется заработать на яхту. Да-да, Балди, он может все. Он разрывает абсолютно все шаблоны. Такой вот он приятель у нас, предприимчивый. Ну, мы, в общем, на этом заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.